Победитель конкурса «Видео. Обновление 1.5.08» стал Богдан Че Гевара, и он получает приз ценой в 600 алмазов. А в этом видео я делаю два призовых места, поскольку прошлую неделю пропустил. Не упусти возможность. Условия участия в конце видео. Мур, привет, друг. Это Зверько. Ранее был такой голос, что от меня бы отписались 100 тысяч человек, а 30 тысяч забыли, что подписаны. Я тут вирус подхватил, и только сейчас наконец-то появилось что-то похожее на мой голос. Итак, нас впереди ждет обновление Next, где будет изменено множество графических элементов, реворки героев, изменения в экономике фарма, фарме леса и много чего по мелочи. Поскольку я пропустил прошлое обновление, я совмещу информацию в этом. Итак, это обновление 1.5.12. На тестовый добавили мага Ив, но для удобства произношения будем называть Иви. В отделе перевода все еще ведутся споры по поводу имени. Примерно 18 сентября ожидаем выхода Барца и его второго скина. Также где-то в сентябре должна стартовать акция квестов, связанных с Бенедеттой, которую, возможно, выдадут бесплатно в определенный день, как было с Сильваной. Официального подтверждения нет, но все указывает на это. Облик Атласа, Турбина, будет доступен 7 сентября за 599 алмазов с недельной скидкой. Девятого сентября выйдет облик на Хуфру, владыка вулкана, и будет он в эпичном розыгрыше. В проекте Next будут изменены анимации пика и анимации в бою легендарных скинов и нескольких эпичных. К сожалению, пока только списком. Мия, лиловая бабочка, Эйдора, изумрудная чердейка, Зелонг, славный генерал, Сабер, кодовое имя Шторм, Алиса, учитель магии, Алукард, дитя пришествия, Чу, парень дракон и Роджер, доктор зверь. На этом моменте, как всегда, хочу представить спонсора. Друг, у Mobile Legends появился новый, официальный партнер по продаже игровой валюты, Smile One. В этом магазине ты можешь купить алмазы дешевле, чем они стоят в игре. Больше вариантов пополнения и даже не нужно регистрироваться. Заполняешь пункты с игровым ID и сервером, выбираешь сумму и оплачиваешь. Готово. На твой счет придут чистые алмазы. Я лично узнавал у администраторов. Чтобы приобрести алмазы, переходи по моей ссылке в описании. Изменения героев, совмещенные с 1.5.10 и 1.5.12. Алиса получает практический реворк, но вступят эти изменения, похоже, уже в проекте Next. Пассивка. После сбора 25 капель крови она будет получать 15% щит и 15% восстановления ХП вместо 10% вампиризма. Первый навык. Базовый урон был 350-650, будет 400-600. Магический бонус уменьшили со 180 до 120%. Цена маны уменьшена. Было 90-140, будет 50-75. Добавили эффект слежения камерой за шаром, если зажимаешь навык. Второй навык. Уменьшили цену маны. Ранее 160-220, теперь 140-200. Ульта. Убрали нафиг перезарядку. Не, ну а чё она? Теперь постепенно пожирает ману во время применения. Да имба. И, наверное, в дальнейшем сделают так, что с каждой секундой будет поглощать все больше маны. Это я хотел сказать в 1.5.10, но уже в 12-й версии сделали. Базовый урон был 160-220, будет 120-180. Общий магический бонус был 70, а будет 50. Базовое восстановление ХП было 80-120, теперь 80-100. Магический бонус к восстановлению ХП был 30%, будет 20%. Цена в мане была 50, теперь растет от 60 до 100. Очевидное решение нерфа ульты, которому отменили перезарядку. Зато каждый шар крови, который вливается в пассивку, восстанавливает 50 маны. Реворкнутый тигрил. Как и большинство реворков, скорее всего, вступит именно на оболочке Next. Немного изменили окно для вспышки при применении ульты. Прыгнуть можно в начале и середине анимации ульты. На основе сейчас эта возможность обрезана. Но зачем? А хрен его знает, это же всегда была фишкой тигрила. Реворкнутый лапу-лапу.
пассивка. Упростили механику набора энергии. Для полного пула энергии понадобится нанести 10 раз урон герою или 20 раз по крипам или мобам. Логичное изменение. Тут только похвалить могу. Урон заряженной атаки ослабили с 250% до 200% ровно. Первый навык. Уменьшили дальность полета бумерангов. Было 6,5, будет 5,5. Ульта. Перезарядка была 30-20 секунд, будет 25-15 секунд. Начинается после смены стойки. Длительность замедления была 1,5 секунды, будет 1 секунду. Применение дает 50 энергии за удар по героям и 25 по миньонам. Первый навык в ульте. Базовый урон уменьшили. Был 350-500, будет 250-400. Бонус физатаки был 120, будет 100%. Второй навык в ульте. Уменьшили базовый урон. Было 350-500, будет 250-400. Исправили баг с уменьшением урона. Но даже после такого нерфа, реворкнутый лапу-лапу все еще играбельный. Броуди. Переработали немного концепт. Теперь Броуди не получает бонусный шанс крита, а с каждой меткой наносит на 10% больше урона. Этот эффект не распространяется на первый навык. Каждая базовая атака увеличивает скорость перемещения на 30%, длительностью в 1,2 секунды. А каждый стак дает еще плюс 5% к скорости перемещения. Базовая атака теперь может быть прервана не только вторым навыком. Анимация базовой атаки сокращена на 0,2 секунды, и на это же время ускорен отход после выстрела, что позволит использовать атаку быстрее. Прирост скорости атаки вместо 0 теперь 2%. Исправили проблему с неработающим вампиризмом. Первый навык – добавлен замедляющий эффект. 18-40% растет с количеством пронизанных противников. Эту механику я разбирал в реакции на геймплей, вон подсказка. Перезарядку увеличили с 3,5 до 5 секунд для всех уровней. Ослабили стартовый урон. Был 250-450, будет 200-450. Второй навык. Оптимизировали управляемость. Ульта. Накинули времени перезарядки. Было 22-16 секунд, будет 28-22 секунды. Вообще справедливо. И так она очень быстро перезаряжалась. Бенедетта. Разработчики заметили, что пассивкой предпочитают фармить, а не воевать. И теперь пассивка наносит 50% урона по миньонам. А у первого навыка убрали этот штраф. Ульта. Чуток добавили урона. Было 60-120, стало 80-120. Время замедления увеличили, и оно теперь ровно 1 секунду. Реворкнутый Зелонг. Как и все реворки, ожидаем в Next. Исправив проблему автоатаки после второго навыка, сильно подняли урон в минуту, и поэтому решили нерфануть второй навык. Бонус физатаки был 100%, будет 60%. Селения исправили баг, где второй навык не мог пролететь некоторые препятствия. Гатоту оптимизировали поведение камеры в ульте. А сейчас будет куча цифр, поэтому лучше сабами, иначе мы с тобой вместе не выдержим. Аврора. Первый навык. Повысили базовый урон. Второй навык. Уменьшили базовый урон. Бонус магической силы уменьшен. Кадита. Первый навык. Базовый урон переработан. А защиту ослабили. Шане. Первый навык. Ослабили замедляющий эффект. Было 40%, будет 20%. Давно пора. Уменьшили максимальное замедление. Было 75%, будет 40%. Второй навык. Базовый урон снарядов увеличен с 0 до 20. Магический бонус понижен. С 30% до 25%. Ослабление замедления скажется на эффективности Ченне в ранге. В отрицательную сторону, конечно же. Бальмонт. Второй навык. Бонус к урону от нанесения урона теперь не работает на миньонах, что ослабит пуш-способность Бальмонда. Очень зря, на мой взгляд. Бальмонд вот только-только стал играбельным.
И если ты играешь на нем, не старайся затягивать бой, потому что в поздней игре будешь медленнее пропушивать. Пассивка. Чуть увеличили отхил за убийство крипа. С 5% до 6%. И тут, друг, голос меня покинул. Поэтому про глобальные изменения на карте, фарме леса и изменения экономики я расскажу несколько позже. Потерпи. Ну а на этом все. А пока, чтобы участвовать в конкурсе, подпишись на канал, нажми лапкой палец вверх и напиши комментарий. На этот раз я выберу двух призеров. Каждый получит выбранный приз ценой в 600 алмазов. И свяжусь с ними в комментариях. И лично от меня, друг, репостни это видео куда только сможешь. Спасибо и удачи, друг.